Под Новый год это шикарный подарок просто. Ждали долго, с весны. Ну и дождались вот под Новый год. Сейчас будет проще двигаться по магазинам за подарками, за продуктами. Это большой плюс. Ну, радость, конечно, тем более ожидания. И все так завершилось под Новый год. Удачно. Переживания закончились. Данные транспортные средствами оборудованы в обязательном порядке системой ручного управления. То есть ими может данными транспортными средствами управлять любой гражданин. В 2023 году отделением Социального фонда России по Новосибирской области выдано 14 транспортных средств, оборудованных системой ручного управления. 4 транспортных средства были выданы летом. Сегодня было выдано 10 транспортных средств. Данные транспортные средства выдаются лицам с ограниченной физической возможностью на 7 лет. Кому из них будет определена нуждаемость в транспортных средствах, в последующем также будут выдано транспортное средство.